Уважаемая публика, сегодня у нас в гостях трио Владимира Чекасина. Юрий Кузнецов, Одесса. Олег Волоконедов, Вильнюс. И лауреат всех международных джазовых фестивалей, играющий на всех духовых и клавишных инструментах, во всех стилях от классики до рока. 6 лет подряд признанный критиками лучшим джазовым музыкантом нашей страны Владимир Чекасин. Thank you.
Внимание, уважаемая публика! Мы начинаем последнюю отборочную игру сезона 1986 года. Как известно, основным претендентом на выход в финал 86 пока является команда Виктора Сиднева, победившая телезрителей со счетом 6-4. Сегодня за выход в финал будет бороться команда девушек. Мы просим команду Валентины Голубевой занять свои места за игровым столом. Студентка Оксана Петрунько. Здравствуйте, Оксана. Садитесь. Химик Людмила Герасимова. Людмила, не нервничайте, самое главное. Библиотекарь, обладатель приза «Хрустальная сова» Марина Говорушкина. Марина, вы не позвали меня на свою свадьбу, имейте в виду. Кандидат психологических наук Галина Парамей. Очень рад. Садитесь. Кандидат физико-математических наук, биофизик Галина Наумова. Как настроение, Галина? И капитан команды, математик, кандидат наук, доцент Валентина Голубева. Да, в этом платье вы будете бороться как тигр, конечно. А сейчас внимание. Мы с вами! Я тоже. Приз первого раунда — храбрые русичи. Еще один приз. Внимание, сборник дали в двух томах той команде, которая получит первое очко. 0-0, первый раунд. Уважаемые телезрители, вы видите, что в руках у капитана сегодня три музыкальные паузы. Итак, в любой момент знатоки по своему желанию могут взять музыкальную паузу. Это вам понравилось, вы нам писали, и мы продолжаем этот метод. Сектор, по-моему, номер 7. Ученик средней школы Сергей Уставщиков, город Брежнев, против клуба знатоков. Внимание на экран. Дорогие знатоки, как видите, я сижу в лодке. В этой лодке у меня есть весьма интересные вещи. Например, вот эти старые кожаные брюки. Блестят они от того, что смазаны жиром. А еще в лодке у меня есть банка. Впрочем, к делу она не относится. А теперь слушайте внимательно мой вопрос. Что было раньше? Для чего? И вместо чего потом стало что? Итак, успеха. Да. Итак, что было раньше? Для чего и вместо чего потом стало что? Вот такой вопрос. Минута. Лодки раньше обтягивались шкурами какими-то. Жир эти самые. Правильно. Обманывали. Жир получается. Нет, жиром не обманывали. Нет, это как раз можно. Хорошо. А банка зачем? Подожди. Лучше будет. Банка вычерпывать воду. А смачивать-то не будет, девочки. Послушайте, это была резиновая лодка, да? Сейчас резиновые штаны. Это байда. Может быть. Нет, а раньше всякие коньяки. Что было раньше? А макинтош нет? Что было раньше, еще что? Вместо чего? И вместо макинтоша. Вместо чего? Макинтош — это про резиновую ткань, как вместо кожи стало что? Слушайте, может быть, вообще раньше лодки не было, сначала были вот эти брюки, в которых они ходили. Плавали. А при чем здесь банка с водой? Я думаю, Маринка, версия самая простая. Банки вычерпывали эту самую воду. Это что еще может быть? А какая версия? Это что, для чего? Для чего раньше? Макинтош — это резиновая ткань. Так, хорошо. Обращайте внимание, что у него вот это просто байда. Про резиновая ткань. Ну и что? Что из этого следует? Первоначально был он, а потом уже появились вот это вот резиновые штаны. Внимание, обсуждение закончено. Ответ шестерки Валентины Голубевой. Прошу. Итак,
мы считаем, что первоначально, перед тем, как появились вот эти прорезиненные штаны, штаны появился... Кожаные. Штаны кожаные. Кожаные? Появился прорезиненный плащ Макинтоша, который, кроме того, пропитывался жиром для того, чтобы, значит... Не волнуйтесь. Сейчас. Для того, чтобы, значит, использовать ее в качестве непромокаемой ткани. Но первоначально эта ткань была очень липкая, и ее было неудобно носить. А затем уже, как следствие этой вот первой прорезиненной ткани, появились прорезиненные ткани, которые теперь используются для, в частности, лодок спортивных. Ответ понятен. А теперь, внимание, ответ телезрителя. Да, психолог вашей команды правильно заметил, что-то странное с этой стеклянной банкой. Зачем он ее вытащил? Итак, что было раньше и для чего? Раньше, для того, чтобы использовать не только силу рук, но и ног, спортсмены-гребцы надевали кожаные брюки, смазывали их жиром и таким образом скользили по скамье. А потом, вместо этого, придумали двигающуюся скамью, банку, она сейчас так называется, которой пользуются до сих пор. Итак, счет становится 1-0 в пользу команды телезрителей. И ученик средней школы Сергей Уставщиков получает сразу два приза. «Храбрые русичи» и сборник «Даля» в двух томах пословицы русского народа. Внимание! В перерывах между раундами телефоны работают как справочные. И сразу же пришла телефонограмма. Петр Иванович Кривошеев из города Воронежа предлагает свой приз знатокам в отместку словарь Ушакова знатокам за первое очко. А сейчас мы объявляем второй приз, приз второго раунда. Поэты пушкинской поры. Наши учредители тоже хотят, чтобы выиграли знатоки. Если они сейчас выиграют первое очко, они получают три исторических романа. Анна Караваева «Золотой клюв». Владимир Бакревский, Тишайший, и Геннадия Семенихина, Новочеркасск. Счет пока 1-0 в пользу телезрителей, и мы начинаем второй раунд. Включите, пожалуйста, первый этаж, если можно. О, сразу уже остановился волчок, извините. Посмотрим. 46-й, вы говорите? Московской области. Да, в этом раунде против знатоков играют супруги Сивальневы. Московская область. Интересный вопрос. Девушки, пожалуйста, поговорите со мной душевно, если можно. Ну, до того, как я задам вопрос. Не хотите? Ну, скажите мне что-нибудь ласковое, приятное. Валентина. Ну, вот, спасибо. А вы знаете, я так нервничаю из-за этого прямого эфира, ну не сплю ночами. А вы сейчас меня успокоили. Спасибо. Спасибо вам большое. А теперь, внимание, вопрос. Люди какой профессии часто говорят с нами меньше, а пишут больше, чем нам бы хотелось? Минута. Профессиональные версии еще кто? Психологи вряд ли. Значит, кто еще может быть? Много более. Еще юристы, может юристы. А нам не хотелось бы, может, юристами разговаривать. Так, с кем хотелось бы? Ну, да, еще журналисты, писатели, художники. А может быть, журналисты?
милиции. Писатели, так сказать, плохие писатели. Да. Давайте от этого отойдем, то есть пишут что-нибудь другое, значение всего этого. Душевное. Сплю ночами, это к врачу, понимаешь? Да, это все врач. Давайте что-нибудь другое. Какая еще? А врач ты первый, что нет. Служба доверия какая-нибудь. Они говорят. Они ничего не пишут. Социологи. Может быть, художник, в конце концов, он просто пишет все время и с нами не говорит. А почему бы, зачем нам говорить? Нет, а почему пишут больше, чем нам бы хотелось? Это нельзя. Потому что долго. Они плохо что-то пишут. Больше. Какой врач? Итак, ваша версия? Нет, просто врач. Кто отвечает? Давайте я отвечу. Я сейчас заштрафую вас, несмотря на то, что... Значит, отвечать буду я. Оксана Петрунько. Наш ответ – это врачи. Это люди, к которым мы приходим со всеми нашими болезнями. И вместо того, чтобы нас внимательно выслушать и, может быть... Ну, не всегда так это бывает, ну, конечно, да? Нет, иногда бывает, вот я как раз хочу сказать, что вместо того, чтобы нас внимательно выслушать и сделать заключение по нашим словам, они больше пишут в нашу историю болезни. Простите, да, а ваша мама... Кто по профессии? Моя мама врач, и именно поэтому я знаю, что существуют другие. Может быть, врачи. Поэтому вы дали такой ответ. А сейчас, внимание, ответ дают супруги Сивальниевы. В Древней Руси люди, умеющие душевно разговаривать, уговаривать, заговаривать, успокаивать людей, назывались врачами. Слово «врать» означало просто говорить. Жаль, что чего сегодня у врачей часто не хватает на это времени. Ну что ж будем делать? 1-1. 1-1. Спасибо. И все книги, 3 исторических романа и книги поэта пушкинской поры получают знатоки. И еще словарь Ушакова Петра Ивановича Кривошеева из города Воронежа. Мы просим вызвать вас. Внимание! 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 Вчера по приглашению Госконцерта СССР начал свои гастроли в Москве известный греческий певец, композитор и музыкант Демис Русос. Обладатель золотых и платиновых пластинок, впервые приехавший в нашу страну, Демис Русос сейчас после концерта в Лужниках, гость нашего клуба. Демис Русос!
that this was the two ingredients that Helen of Troy had. Это два ингредиента, два качества, которые были у Елены из Троя. Мы не будем вам мешать. Спасибо, Демис. И мы продолжаем игру. Я объявляю приз третьего раунда. Джон Хедшкоу. Искусство цветной фотографии. Итак, счет 1-1. Телезрители против шестерки Валентины Голубевой. Третий раунд. Жалуются по телефону, что не видно стрелки, когда она останавливается. Стрелку, пожалуйста. Стрелку. Нет, по-моему, 13 номер. Блиц. Это интересно. Итак, играем блиц-турнир. Напоминаю, тишина в клубе. Полная тишина. Спасибо. На обдумывание каждого из трех вопросов блиц-турнира дается только 20 секунд. Очко присуждается знатокам только если они ответят на три вопроса. А сейчас внимание. Первый вопрос блиц-турнира задает ветеринар совхоза Кончаланский Василий Таюргин. Внимание на экран. Здравствуйте, уважаемые знатоки. Я нахожусь в спальном отделении Яранги. Ответьте, пожалуйста, на мой вопрос. Что общего между нашей спальней и московским метрополитеном? Можете ответить с точностью до 15%. Жду от вас ответа. Желаю успехов. Ответ готов. Сразу. Да. Ответ готов. Значит, общее между Ярангой и московским метрополитеном – это система обогрева. Московский метрополитен и Яранга обогреваются теплом человеческих тел. Я могу еще только добавить, что метро согревается еще и от тепла машин и механизмов. В общем, правильный ответ на первый. Молодец, Галина Наумова. Но телезрители не теряют надежды. Второй вопрос. И 20 сэкономленных секунд. Вы их можете использовать в любом вопросе этого блиц-турнира. Итак, второй вопрос задает старший лейтенант Владимир Шапкин. Внимание на экран. Сложнее вопрос уже. Старший лейтенант Шапкин Владимир. Уважаемые знатоки, вы знаете, что в армии, по крайней мере в советской, движения начинают с левой ноги. Теперь представьте себе такую ситуацию. Вернее, пословицу. Все, рота в ногу, один не в ногу. Возможно ли это в действительности? И если возможно, то кто виновник этой ситуации? 20 секунд. Лицом к ним. Лицом к ним он шагает справа. Еще. И мост хорошая тоже версия. Но по мосту точно все должны идти не в ногу, иначе резонанс мост рухнет. Ну еще что? Ну рота в ногу, один не в ногу. Вот что, ребята, один. То есть один должен стоять... перед ротой каким-то образом. Подождите.
Вторые. Внука, ты не можешь, стоп. Какая-то другая команда? 20 секунд еще. Мы берем вторые 20. Вторые 20 секунд. Пожалуйста. Может быть, команда какая-то в армии в ногу, типа там, типа, вот есть там ружье или еще что-нибудь. Нет. Так. Поворот не может быть, когда один стоит. Поворот. Если вокруг одного. Если вокруг одного, поворот, скажем, это самое. Кругу делать нет. Так, нет, один выход. Один немного может быть лошадь на коне, понимаешь, впереди едет, так сказать, командир на коне. Сейчас ваш резерв времени закончен. Вы будете отвечать? Значит, мы считаем, что единственный человек, который может шагать не в ногу с ротой, это человек, который стоит перед ротой и, соответственно, в зеркальном отображении он начинает шагать с правой ноги. Совершенно правильно, это человек, который стоит перед ротой. Но, к сожалению, вы не назвали этого человека. Ротный. Ротный. Нет, это не так. Итак, внимание, правильный ответ. А кто же в армии начинает движение с правой ноги? Да еще спиной. А потом поворачивается и оказывается... Да, капельмейстер, дирижер военного оркестра. Несколько запоздалый правильный ответ, и вы теряете очко. Итак, счет становится 2-1 в пользу команды телезрителей. Поздравляем Сергея, простите, Владимира Шапкина. Он получает заслуженный приз. А сейчас приз 4-го раунда. Сказание о Раме, Сити и летающей обезьяне Ханумане. Итак, счет 2-1. Выигрывают телезрители. 4-й раунд. У нас очень много телефонных звонков. И все говорят, что на вопрос о лодке никто не мог ответить. Итак, сектор номер 1. Город Одесса, ребята. Город Одесса, ребята. Против шестерки Виктора Сиднева. Ой, извините, пожалуйста. Мне почему-то показалось, что вы так же сильно играете, как и предыдущая шестерка. Итак. Против шестерки Валентины Голубевой играет врач из Одессы Виталий Высоцкий. Опять внимание на экран. Трудный вопрос. Внимание, внимание! Нами получены сведения, что этот город со дня своего основания опирается на поддержку иностранного государства. Замечено, что об этой поддержке почти никто ничего не знает. Задача – за одну минуту расследовать это дело и определить, какую роль в нем сыграл некий Карагай. Повторяю, Карагай. Русский по происхождению, уроженец Пермской области, а также советский гражданин Бокщанин, Бокщанин, фотография которого может навести на правильный след. Итак, минута на расследование. Сам генерального секретаря, директора Свердловского научно-производственного деревообрабатывающего... Лауреат государственной премии за проектирование велотрека в Крылатском. Велотрек в Крылатском, значит, да? Что еще? Так, Карагай.
на поддержку. Расширяйте на поддержку. Венецию на поддержку. Какая может быть поддержка? То, что нас сползает, что может быть они предложили проект, который поможет это самое. Венеции. Значит, это поддержка буквально. Да, поддержка в самом буквальном смысле. То есть, короче, а как давно операция предложил, наверное, то же самое, что этот товарищ? Есть поддержка под водой? Может быть, вообще это тоже использовал идею вот этого трамвая сверху. Да, это один из проектов, который сейчас ЮНЕСКО собирает, или вы по спасению Венеции. Следующий. Давайте еще с проектами. С проектами давайте поподробнее. Опять с капельмейстером. Так, поддержка. В принципе. Итак, речь идет о том, что держать за конструкцию, что вы имеете отношение к этому? Расследовать это дело. Так, значит, строительство велотреков в Прилазке, проектирование строительства. Понимаешь, какое иностранное. А что там? Значит, так, Кумашкова. Так, будьте добры, пожалуйста. Да. Кто будет отвечать? Мы берем помощь клуба. Ленечка. Ах, вы берете помощь клуба. Внимание. Подожди. Внимание. Капитан распоряжается. Итак, минута помощи клуба своей шестерки. Кто отвечает? Леня, Владимирский, пожалуйста. Владимирский. Велотрек в Крылатском сделан из лиственницы. Лиственница не гниет. Свои. Так, первая версия. Лиственница, вторая. Кто еще? Кто желает? Прошу вас. Из России. Вот это будет поддержка. Да. Только может быть еще кедр. Из Сибири. Из России кедр. Еще. Еще. Овчинников. Карагай, это может быть тот человек, который первый предложил привезти лиственницу. А потом... Карагай, фамилия человека, который первый предложил лиственницу. Еще версии. Есть другие версии. Есть? Другие версии. То же самое. Лиственница. Значит, это свои, да? Да. Таким образом, поддержка, это не вот... обязательно свои. Нет, хорошо, таким образом, это поддержка, нет, как предложено. Все дело в том, что лиственница из России. Лиственница приводит из России. И таким образом, поддержка или лиственница. Покрытие вложений сделано из дел. Хорошо. Так. У вас еще есть... Ну ладно, давайте еще пообсуждаем. 10 секунд. У нас еще и 10 секунд. Значит, покрытие велотрек из Сибирской лиственницы. Вот сейчас все. Так, ну с помощью клуба у нас, значит... Галина Наумова, прошу вас. С помощью клуба. У нас сформировалась такая версия. Ну, как известно, Венеция, к сожалению, город, который находится под угрозой того, что он постепенно опускается в море. И сейчас, в общем, под эгидой ЮНЕСКО очень много проектов разных спасения этого города. И, видимо, на поддержку государства, о которой шла речь в вопросе, это поддержка русского, так сказать, и теперь нашего советского государства. Имеется в виду использование в проектах по спасению Венеции лиственницы, сибирской лиственницы, которая, значит, растет в нашей стране, и которая была также использована при строительстве велотрека. Это как раз и было при покрытии велотрека в Крылатском. Как раз это, значит, та подсказка, которая должна была навести нас на правильный ответ. Значит, видимо... Так, достаточно. Вы очень и так больше сказали, чем мне бы было нужно. Теперь я должен подумать. Тут тяжелое дело. Я хочу вас спросить. А каким образом лиственница, так сказать, поддержала бы Венецию, как вы сказали? Каким образом? Лиственница не гниет, поэтому из нее можно делать сваи и вообще любые другие детали, которые находятся в воде. Понятно. Понятно. А те сваи, которые сейчас находятся, они гниют, наверное. Сейчас отвечает Наумова. Вы сказали о будущих сваях. Нет, я думаю, поскольку здесь еще была употреблена фамилия Карагай, то, видимо, эти сваи и были уже использованы ранее. И сейчас они есть, но просто чтобы так или иначе там идет опускание города, то надо еще, так сказать, несколько приподнимать, может быть, и они нужны еще. Но сейчас уже Венеция во многом, так сказать, наверняка там уже сейчас есть сваи из сибирской лиственницы. И видимо, так сказать... Так, минуточку, я попрошу показать штрафную линию. По просьбе Чухлова Сергея из Ленинграда. Он предполагает подсказки. Сейчас вопрос серьезный. Да, он только что позвонил и попросил показать штрафную линию. Перед тем, как я оглашу правильный ответ. Я оглашу правильный ответ, а потом решу, в чью пользу раунд. Вы совершенно точно
пошли от фотографии, на которой написано на обороте, что государственную премию получил Бакщанин за строительство велотрека в Крылатском. Велотрека с деревянным покрытием. Деревянное покрытие. Венеция опирается на деревянные сваи. В конце концов, вы точно определили, что это сваи не только будущие, но главным образом и прошлые сваи. И правильно определили, что именно эти старые сваи сделаны из лиственниц. Вот уже 1500 лет Венеция опирается на крепчайший русский пермский карагай. Этот карагай и есть лиственница, а не фамилия человека. Поэтому я не знаю, частично вы ответили на этот вопрос, но правила у нас таковы, что мы не можем присудить вам очко. Вы согласны, Галя? А давайте спросим у телезрителей, как они считают в этой ситуации? Ну, конечно, телезрители будут за девушек, безусловно. Нет, пока я воздержусь. Перед тем, как... Да, воздержусь спрашивать у телезрителей. Итак, карагай – это лиственница, русская лиственница, которую привозили 1500 лет тому назад, и поэтому считается, что Венеция, прекрасная Венеция, опирается на русский карагай. Итак, счет становится 3-1. Выигрывают телезрители. Телезритель Старовойтов, Василий, гость Москвы, телефон 438-60-11, 438-60-11, предлагает три тома «Войны и мира» для вручения телезрителю за самый оригинальный вопрос. Знатоки сами должны позвонить после игры и сказать, какой вопрос они считают лучшим. Что вы хотите сказать, Долгов? Мы возражаем против ответа телезрителя. Вы вдумайтесь, 1500 лет назад, какая Пермь и какая Русь. Подумайте. Этот ответ проверен. Я могу вам сейчас сообщить источник информации. Секундочку. Но вы подумайте сначала. Внимание. Мы ссылаемся на слова итальянского историка Тентори, который в конце 19 века писал: благополучие Венеции основано на пермских карагаях, в скобках, даже после 1500 лет их сваи топор не берет и пила не ломается. И это было написано вот тогда еще. Посмотрите энциклопедию, когда возникла Пермь и слово Пермь. Кстати, Бакщанин, обработка и применение лиственницы за 1982 книга. Прошу вас, прочитайте. А сейчас продолжаем игру. Я пока объявляю. Телезрители, вы поняли, вы видели нашу рекламу, повторяю, каждый, кто позвонит к нам во время минуты обсуждения и скажет правильный ответ, получит пригласительный билет на финал 86. Думайте вместе со знатоками, думайте лучше, чем знатоки. Объявляем приз 5-го раунда. Антон Павлович Чехов, фотографии и документы. Итак, счет 3-1, выигрывают телезрители, 5-й раунд. Прошу вас, волчок. Телезрители советуют вам не волноваться в своих телефонных звонках. Вот Макаревич из Ленинграда звонил. То есть, простите, Макаровой. Это не тот Макаревич.
Итак, какой будет сектор? Не унывайте. Четвертый. Телезрительница, что же вы так приуныли, девушки? Вы же сами просили. Кто это из вас сказал, что вы будете играть лучше, когда вас разозлят? Вот телезрители и пытаются это сделать. Телезрительница Марина Рудковская, Москва, против шестерки Валентины Голубевой. Внимание на экран. Внимание. Вы насчитали 32. Да? Фуэте. Спасибо. Но это не ответ на вопрос. Кстати, вам будет легче отгадать мой будущий вопрос, если вы сами попробуете сделать фуэте. Ну кто? Прошу вас. Галка, давай. Галка, давай. Так, я даю вам такую возможность. Попробуйте. Только я бы хотел увидеть всю фигуру. Это я говорю операторам. Галина Наумова. Вот. Так, интересно. Вы больше не хотите попробовать? Еще один раз. Прекрасно. Теперь можете сесть и выслушать мой вопрос. Внимание, вопрос. Уважаемые девушки, раскройте один из секретов фуэте. Скажите, что видела Екатерина Максимова? И что видели вы, исполняя фуэте? Минута. Может быть, вообще ничего не видел. Ты голову поворачивал, Галка, она все время... Значит, все дело в том, что когда выполняется фуэте грамотно, то нужно смотреть все время в одну точку. Чтобы не закружилась голова. Чтобы не закружилась голова, балерина должна смотреть в одну точку. Поэтому, когда она правильно делает фуэте, у нее идет вперед корпус, и потом очень резко поворачивается голова. А что она видела? Она что-то очень быстро поворачивается. А что она видела? Тишина в клубе. Тишина в клубе. Одну точку она устала. А как это не важно. Поверила Гуглеру. Вот, а я видела всех вокруг. Так еще версия, это понятно. Дальше еще что-то. Давайте видела и со съемками это. Слушайте, каким-то образом свяжем. Что-то видела. Что это? Может, она видела, так сказать, камеру, которую я снимал. Так сказать, объектив камеры. Честно, сказала, это точка. А вот ты не видела. А вот я не камеру не видела, потому что я, так сказать, головой делала совершенно неправильно. Ну еще что-то. Давайте еще версию. Еще версии давайте. Вообще-то, если смотреть на всех подряд, закружится голова, это точно. Нет, ну, как раз сейчас еще простая, понимаешь? Нет, что-то это стоит. Не просто как раз. Давайте не оставить об этом. Итак, обсуждение закончено. Кто будет отвечать на вопрос Валентины Голубевой? Галина Наумова. Почему Валентина Голубева? То есть, простите, Марина Рудковская, так? Да, видимо, я. Значит, ну, фуэте это... Значит, короче. Балерина, когда делала фуэте, в данном случае снимался фильм фуэте, значит, видела только, скажем, объектив кинокамеры, который в этот момент прямо по центру ее снимал. Я же, когда пыталась тут что-то изобразить, я делаю это неправильно, поскольку, значит, положение головы в фуэте чрезвычайно важно, так сказать. Вот поворот головы осуществляется в тот момент, когда уже практически тело наполовину повернулось, и в этот момент быстро поворачивается голова, чтобы снова, так сказать, держать эту точку. Какую точку? Выбранную заранее точку, в данном случае это был, скажем, объектив кинокамеры. А теперь, внимание, правильный ответ. Да, мы, конечно, точно не знаем, что видела Екатерина Максимова, исполняя фуэте, но знаем точно, что взгляд ее после каждого вращения, и это ясно было видно на экране, фиксировал одну и ту же неподвижную точку. Иначе бы у нее закружилась голова, и она упала. Это
это и есть один из секретов Пуэте. Счет становится 2-3. Поздравляем! Поздравляем вас! Внимание! Мы высылаем первые пригласительные билеты на финал 86-го года. Так, Борушек, Александр. Так, что тут? Мосфильмовская, дом 12, квартира 39. Второй билет высылается Соловьеву в город Харьков. А сейчас я объявляю приз шестого раунда. Знаменитые города Италии. Рим, Венеция и Флоренция. Вот по этим телефонам телезрители могут звонить и говорить правильные ответы в минуту обсуждения. Да, и они получат билет. Итак, счет 3-2. Ведут пока телезрители. Шестой раунд. Телезрители советуют взять музыкальную паузу и проанализировать игру. Как вы на этот счет? Мне бы тоже хотелось. А вы знаете, я тогда рискну и попрошу капитана взять от моего имени музыкальную паузу. Можно это сделать? Ведь там же три. Ну, раз вы так просите. Пожалуйста. Вот это, да? Итак, первая музыкальная пауза. Один из педагогов в музыкальном училище сказал Екатерине Семеновой: «Я не знаю, как вас терпят слушатели, а я бы не то что петь, говорить бы вам запретил». Это правильно, Катя, или нет?
уважаемые телезрители, вы убедились, что некоторые музыкальные паузы у нас идут под фонограмму. Сейчас это явно видно. Спасибо, Катя Семенова и ансамбль «Девчата». Внимание! А может быть, сыграем то письмо, на которое показали? А сейчас начинаем шестой раунд. Волчок, пожалуйста. Волчок. Телезрители советуют вам действовать увереннее, уважаемые девушки. В частности, Тиков Олег. Из города Надворская. Опять блиц. Или нет? Да. Блиц. Номер 50. Итак, внимание. Надо выстоять. Внимание. Полная тишина. Вопрос первый. Евгений Филоненко из Минска спрашивает, когда жестокий император Конрад II разрешил выйти из горящего города только женщинам и детям, когда он велел им взять с собой только то, что они смогут взвалить на собственные спины, самое ценное, самое необходимое, что вынесли на своих спинах бедные женщины. Ответ готов. Так, прошу вас. Ну, отвечай мне. Они вынесли своих мужей со спинами. Мужчин. Мужчин, да. Ну что ж, для команды девушек, конечно... Тут Евгений Филоненко не рассчитал. Правильный ответ, безусловно. Надеемся на вопрос второй. Продолжаем блиц-турнир. А вот так. Дочь доярки Наташа Юдина из села Старояшкино Оренбургской области спрашивает, с какой стороны надо подходить доить корову, чтобы она больше давала молока? Спереди или сзади? Слева или справа? Вот сейчас 20 секунд. Спереди и слева. А почему больше, почему меньше? Может, ей что-то не нравится? Ну, почему спереди? Она спереди не может, ее можно ставить. Она ведь должна видеть, кто как хочет. Подойти, по сути, да, что обязательно спереди, а почему слева, а не справа? А вот почему-то сидят слева. А я видела справа. Да, почему вот так вот? Не надо, надо идти слева. Кто отвечает? Вы берете еще? Нет, отвечайте, пожалуйста. Ну, нам так кажется, что корове нужно подходить доярке спереди и слева. Спереди и слева. Вы можете обосновать с научной точки зрения ваш ответ? Это уже второй вопрос? Нет, у нас такое правило. Со стороны головы нужно к ней подойти, к корове, чтобы ее не испугать, чтобы она сразу увидела, кто это идет. Ну, в принципе, голова поворачивается у коровы. Ну, не так быстро. Не так быстро, как ходит доярка. Ну, хорошо. Ответ прекрасный. И все-таки послушаем ответ Наташи Юдиной. Оказывается, с какой стороны подходить доить корову, никакого значения не имеет. Главное, лучше подходить с одной и той же стороны, чтобы она просто привыкала. Вот такой ответ. И счет становится, вы проигрываете второй вопрос блиц-турнира, и счет становится 4-2 в пользу телезрителей. Седьмого раунда. Два исторических романа. Загоскин, Юрий Милославский, Александр Дропулос. Сцены из жизни Максима Грека.
А вот внимание! Учредители хотят поддержать команду девушек. И объявляет специальный приз. Если девушки сейчас выиграют 3-е очко, то они получат, кроме нашего приза, еще 4 книги зарубежной прозы. Франсуа Мориак, Луи Арагон, Гюнтер Грасс и Тадеуш Брета. Вот такие учредители у нас. Счет 4-2. И мы начинаем 7-й раунд. Цитирую, Ворошилов судья, и с судьей не спорят. Это передал Ващенов из Воскресенска. Итак, это передают знатоки. Так, итак, какой сектор? 49, я заметил. Да. Внимание. Перчатку знатокам бросает рабочий и студент-вечерник Борис Антошкин, Москва. Внимание, вопрос. Кем станет рабочий, если он начнет получать проценты с прибыли своего предприятия? Минута. Самый простой акционер. Кем еще? Вопросы должны быть изюминка. Процент, или вот слово, процент, быстренько. Сотая часть. Нет, еще. Процент. Это только сотая часть. Сотая часть. На всех языках. Какое-то другое значение, ребята. Процент. Ну, рантье каким-нибудь. Нет, рантье просто. Нет, тишина в клубе. Он тогда просто не будет рабочим. А вообще-то не должен. Есть такое. Нет, да, что-то еще. Рантье. Это изюминка, должна быть изюминка. Значит, а вот что, если правда, этот процент будет называться рентой, и он становится рантье? А, нет, это какая-нибудь... Он стрижет изюминка. Нет, процент из прибыли всего лишь третий, конечно. Это 13 зарплата, наверное. Да, то каким он станет тогда? Это называется вознаграждение по окончанию года. Ну что, это процент из прибыли, он зависит от прибыли. Он никем не станет, он станет по-прежнему работать. Да, видимо, так. Уважаемые знатоки, если вы будете так громко обсуждать, я буду штрафовать девушек. Итак, кто отвечает? Мы решили, что если рабочий будет получать проценты с прибыли своего предприятия, то он по-прежнему останется рабочим. Внимание! Правильный ответ. Мы не рассчитывали на то, что после такого обсуждения, где употребляли слова рантье и другие, вы так ответите. Внимание! Действительно, рабочий останется рабочим. Более того, он станет хорошим рабочим, так как его интересы полностью совпадут с интересами предприятия и всего государства. Галина Парамей! Счет становится 3-4. Галина Парамей получает сразу 4. Из 4 книги зарубежной прозы и 2 исторических романа. 6 книг за 1 раунд. А телезрители по-прежнему участвуют в нашем конкурсе за билеты на финал. Сейчас билет получает Щербаков Сергей. Автозаводская, 13/9, квартира 92. Он правильно отгадал этот вопрос в первые же секундах минуты обсуждения. Объявляем приз 8-го раунда. 2 книги. Карл Брюлов и Аристид Майоль. Счет 4-3. Игра идет напряженная. Все знают, что мы играем до 6 очков. 8-й раунд. А,
сейчас мне сказали, что именно Галина Парамей сказала до игры, что если нас разозлить, мы будем играть хорошо. Да. Так что будем считать, что вы начали новую игру. Скажите, пожалуйста, а вот это вот касается всех женщин или только вашей шестерки? Вот если разозлить, то будет играть хорошо. Вы же психолог профессиональный. Вы знаете, по-моему, это вы мне приписываете, что нас нужно разозлить, а мы все очень нежные и хорошие. Хорошо, это я учту. Какой сектор? Сектор 27. Надо изменить волчок. Пожалуйста, мы можем сменить волчок. Сектор. Я хочу поговорить с Валентиной Голубевой. Вас не устраивает волчок? Пожалуйста, мы можем. У нас есть запасной. Прошу вас, быстро. Нам бы хотелось заменить волчок, но можно делать после этого вопроса. После этого вопроса. Да. Хорошо. Я прошу приготовить новый волчок. Итак, сектор 27. Против вас играет администратор инструментального квартета «Кредо» Михаил Дубилет из Днепропетровска. Внимание, черный ящик. Спасибо. Я еще раз хочу предупредить клуб от имени телезрителей. Сейчас мы задержались с передачей, и у меня нет времени перечислять всех телезрителей, которые звонят нам в клуб с этим требованием, чтобы было очень тихо на минуте обсуждения. Мне придется штрафовать. Таких телефонных звонков очень много, поверьте мне. Если вы хотите, я могу их перечислить. Из Горького, из Москвы. Внимание! Интересный и трудный вопрос. Этот роман впервые был напечатан на китайском языке в 1943 году. Хотя он был переведен почти на все языки мира, русского перевода до сих пор нет. И, наконец, автора этого великого романа зовут Го. Ну, впрочем, достаточно. Внимание, вопрос. Как называется этот роман по-китайски, по-японски и на языке фарси? Минута. Слушайте, это не русская книга, если нет русского перевода. Да, да. Скорее всего, хорошая. А фамилия? Голубев, Говорушкин, Гогоголь. Нет, почему? Гоголь. Но назвать только книгу, фамилию тоже. Послушайте, может быть, это имя какое-то, поэтому он одинаково звучит и на китайский, и на японский, и на фарси. Ну, во-первых, слово «год», то есть «игра год». Я не знаю, имеет отношение ко всему этому. Нет, это все языки, кроме русского. Да, здесь это имя, скорее всего. Первые на языке. Почему на русском тогда не можно? Перевода на русском нет, потому что, скорее всего, русский роман. Ну, правильно, это уже было. Какое? Не Гоголь, не... Пушкин, Леонегин. Гончаров. Гончаров, да. Гончаров. Гора. Гончаров. Имя. Обломов. Имя. Обломов. Да. Почему в 43? Но он переведен нам. А почему впервые? Первый вышел на китайском. А может он просто на китайском мне раньше не ходил? Все. Роман, может быть, а сейчас обсуждение закончено. И в клубе полная тишина. Я жду, кто отвечает на этот очень трудный вопрос. Оксана Петрунько. Единственная версия, которая была выработана за нашим столом, это то, что это произведение называется «Обломов», и, соответственно, будет одинаково звучать на всех языках, а автор его Гончаров. Внимание! Это, наверное, аплодирует шестерка Долгова. Нет. То есть вы хотите сказать, что на китайском языке впервые этот роман был напечатан... Да, в 43-м году переведен с русского, да? Да, естественно. Я не могу сказать. И вы хотите сказать, что... Ну ладно, откроем черный ящик. Я потрясен. Гончаров, Обломов.
Счет становится равным. 4-4. Молодцы! Молодцы! Очень трудный вопрос. Вы знаете, я попрошу повторить минуту обсуждения. Это была образцовая минута. Образцовая минута, если можно. Пожалуйста, повторите минуту обсуждения для телезрителей, я попытаюсь прокомментировать. Фарси. Минута. Да, идет повтор. Слушайте, это не русская книга, если нет русского перевода. Прекрасная мысль. Да, скорее всего, это русская. А фамилия? Это Герасимова. Гоголь, Говорушкин, Гоголь. Нет, почему? Гоголь. Нам назвать только книгу, фамилию тоже. Потому, слушайте, может быть, это имя какое-то, поэтому он одинаково звучит и на китайский, и на китайский. Галина Парамей, уважаемые телезрители, понимаете? Я не знаю, имеет отношение. Если это имя, то на всех языках звучит одинаково. Да, дальше. Если это имя, скорее всего. Роман, на китайский. Почему он на русском тогда не был? Итак, Людмила Герасимова, Галина Парамей. Ну, правильно, это уже было. Какое? Не Гоголь, не... Кто же скажет последнее в этой логической цепочке? Гончаров. Да. Что сказал Гончаров? Гончаров, Обломов. Да, кто-то сказал Гончаров, я не помню. А Оксана добила этот вопрос и сказала Гончаров, Обломов. Прекрасная минута обсуждения. Спасибо. А сейчас... Молодцы, девушки. Давайте поменяем волчок. Меняем волчок. Будем считать, что он будет более счастливым для вас. Приз 9-го раунда. Сразу две книги. Федерико Феллини «Делать фильм» и Франсуа Трюко «Статьи, сценарии, фильмы». И мы начинаем 9-й раунд. Прошу вас. Почему-то девушки никак не хотят... начать волчок. А что? Оксана, я специально выучил несколько фраз, чтобы поговорить с вами. Вот такая фраза. Уже все? Как жаль, а я хотел вас похвалить. Где волчок? Итак, снова блиц. Или вы ставите музыкальную паузу? Внимание, вторая музыкальная пауза. Если вы не разложите порт, так и не паузу. Года состоялся грандиозный рок-фестиваль под названием «Помощь в эфире». Он продолжался целые сутки. Через спутники связи к нему подключились певцы из разных стран мира. Доходы от этого концерта пошли в фонд помощи голодающим Африки. Fortune, everything that goes with it. I thank you all. But it's been a bed of
Сейчас песню о мире исполняет ансамбль Queen. Британская рок-сцена не знала еще такого странного подбора исполнителей. Дипломированный художник, инженер-электронщик, биолог и астроном поет Queen. Продолжаем игру. Очень интересные две телефонограммы. Болельщики, поддержите девчат. Вы очень пассивны. Это из Горького и из Москвы. Лично Олегу Долгову. По поводу лиственницу. Лиственницы. 1500 лет – это не возраст Перми, а срок жизни лиственницы, Карагая – это Долгову. Итак, поддерживаем девчат. Счет 4-4. И Волчок, пожалуйста, 9-й раунд. Да. Мы хотели бы сказать несколько слов. Дело в том, что в той постановке, раскладке вопросов, как они лежат сейчас, все вопросы имеют разную вероятность выпасть. Например, вот это вот 33-е письмо, его вероятность больше 50%. Я вас понял. Пожалуйста, разложите, как вам удобно. Вы позволяете нам? Да, конечно. Да? Равномерно. Все-таки вы женщина. Только, пожалуйста, да, я знаю, что вы преподаете высшую математику. И побыстрее, пожалуйста. Все, мы готовы. Готовы. Итак, Волчок. Волчок. Только не поделитесь. Мы ждем. Волчок! Итак, Людмила Герасимова, 25 лет, химик-аспирант Уральского научного центра Академии наук СССР. Один из самых эрудированных членов клуба. А сейчас мы видим еще генератор идей. Итак, вы разложили по... Не хотите блиц-турнира? Хорошо, тогда поет София Ротару. И мне чудес не обещай, напрасно. Когда идет осенний дождь, обратно лето не вернешь. Но разве чем-то не хорош осенний дождь? Расплескалась осень по земле, разлилась в душе моей отрада. Не верь несбыточной мечте, напрасно.
небе обманчиво свистит, напрасно. Жизнь не бывает без потерь, но отвори удачи дверь. И песню той, что я пою, прошу, поверь. Расплескалась осень по земле, разлилась в душе моей отрада. Если сны твои теперь не обо мне, значит лето, значит лето, значит лето вспоминать не надо. Значит лето, значит лето, значит лето вспоминать не надо. Спасибо. Спасибо. А чем ты собираешься прикрывать? Да. Продолжаем игру. И я должен, вы знаете, сделать одно признание. Мне позвонил Нестеренко из города Черняховска, Калининградской области. И обвинил меня в том, что я подыгрываю знатокам. Что я сказал, отвечать будет Петрунько, услышав, что она правильную версию сказала. Был грех, сознаюсь, больше не будет. Это решили мы. Итак, счет 4-4. И мы начинаем 9-й раунд. Напоминаю приз 9-го раунда, который сейчас на столе. 31-й. Что ж вы так слабо крутите, волчок? У меня столько текста заготовлено, и я никак не могу его сказать. 44-й? 31-й. 31-й. Внимание! Учительница Лидия Жеребцова, город Новый Буг, против клуба знатоков. Опять черный ящик. Маленький черный ящик. Очень хорошо. Летучий пленник, запертый в стекле, напоминает в стужу и мороз о том, что лето было на земле. 5-й сонет Шекспира. Внимание, вопрос. Через одну минуту вы назовете имя этого пленника на латинском языке. Минута. Вроде как духи. Есть такое летучие кружева по-немецки. Нет, предлагаю эфир. Это точно духи. Это точно. Парфюм парфюмерии, понимаете? Это может быть не французский. Летучий пленник. Ну, это латинский корень. Парфюм. А почему? Дайте понюхать. Нельзя, да? Дайте понюхать. Зачем понюхать? Это запах. Парфюм. Что еще? Что почему здесь красное, ребята? А красная маска. Здесь должно быть что-то красное. Нет, это не красная масло. Это просто розовое масло. Это розовое масло. Розовое масло. Как бы латинский как? Ну так же роза. Роза по-латински. Роза по-латински, роза и вей. Ну это был бы розовый. Роза, ну... Где выбираем? А может масло какое? Роза? Ваше время кончено. Нужно отвечать. Хорошо. Вот эти ароматы, которые из маленького ящика доносятся, навели нас на предположение, что здесь находится розовое масло. И мы думаем, что по латыни оно звучит так же – роза.
Спасибо за ответ. Опять произошло несовпадение вопроса и шестерки знатоков. Думаю, что это вызовет неудовольствие у телезрителей, но тем не менее. Дело-то в том, что мужские духи. Откроем черный ящик. Всем известный Шипр. Шипр от латинского Кипр. Родина летучего пленника, остров Кипр. Отсюда его название. Да, вы не разбираетесь в мужских духах, это нехорошо. Итак, счет 5-4 в пользу телезрителей. 5-4. Объявляю пока приз 10-го раунда. Две книги «Человек, событие, время» Глинка и Чайковский. Ну что же делать с нашими учредителями? Они явно хотят, чтобы выиграла шестерка Валентины Голубевой. Внимание! Объявлен новый приз. Если шестерка Валентины Голубевой сейчас выиграет 5-е очко, сравняет счет и получит шансы на успех, учредители объявляют, что дополнительный приз будет 6 книг советской фантастики. 6 книг. Желаю вам успеха. Счет 5-4. Выигрывают телезрители. И сейчас 10-й раунд. Сектор 44. Москва. Да, внимание против знатоков. Начинает игру инженер Галина Петрова, Москва. Интересный вопрос. Внимание. Из Москвы. Тишина. В клубе тишина. Благодарю. Симпличо Сагредо Сальвиати.
Тишина. Эти вымышленные персонажи придумал Галилей. Они встречаются в литературе. Д'Артаньян, Атос, Арамис. Мы видим их в жизни. Нильс Бор, Хансен, Гейзенберг. Можно привести и более близкие примеры. Внимание, вопрос. Симпличо, Сагредо, Сальвиати. Эти персонажи находятся сейчас в игровом зале. И даже за игровым столом. Кто они и чем они занимаются? Минута. Темпераменты в Чангвине. Поэтому, в общем, ну, почему? В принципе, сангвиники, холерики, нервы. Там меланхолик. Может быть, это не было одного. Сэмпл простой. Это простой. Д'Артаньян холерик, а Гредо, Арамис кто? А кто там? Сангвиники. Нет, они все сангвиники, чем они занимаются? Так, это может быть связано с астрономией, с, там, с, я не знаю, со спутниками Юпитера. Они находятся в этом. Они на шесть столом. Простой. Так, давайте переберем, что у нас находится за игровым столом. Книги. Мы. Часы. Часы. Это все. Соответственно, здесь должно быть троица. Симпличи, это вообще просто. Что это простое? Ну что, может быть, простые ребята? Сальвати, это вообще, может быть, растворы. Я не понимаю. Кто будет отвечать? Ты будешь отвечать. Счет 5-4. Ведут телезрители. В таких случаях отвечает капитан. Да, мы только просим повторить формулировку вопроса. Пожалуйста. А вы будете иметь несколько секунд на обдумывание. Нет. Симпличо, Сагредо, Сальвиати. Эти персонажи находятся сейчас в игровом зале и даже за игровым столом. Кто они и чем они занимаются? А сейчас отвечает Валентина Голубева. Мы считаем, что это итальянские, по-видимому, названия трех типов темперамента. За игровым столом присутствуют игроки с разным темпераментом, и, несомненно, есть и три этих. Понятно, понятно. Чем они занимаются, играют игроки? Да, они играют. Люди с разным темпераментом. Да. Я бы хотел посмотреть на психолога команды. Да, Галина Парамеева. А теперь, внимание, правильный ответ. Люди с разным темпераментом находятся в разных местах. А за игровым столом находятся люди, о которых должна, по-моему, знать Галина Парамеева. Эти персонажи есть везде, где бьется творческая мысль. Симпличо – генератор идей, Сагредо – критик, Сальвиати – эрудит. Д'Артаньян – генератор, Атос – критик, Арамис – эрудит и так далее. И по мнению автора письма, у вас за столом обязательно должен быть один генератор хотя бы, один критик и один эрудит. Прекрасный вопрос. Тут сомнений нет. И команда девушек проигрывает эту игру. Мне очень жаль, но инженер Галина Петрова получает все наши призы. Итак, счет 6-4. Поражение знатоков. Таким образом, основным претендентом на выход в финал 86 года остается команда Виктора Сиднева. Игра окончена, и все-таки большое вам спасибо.